Недавний взлом крупной криптовалютной биржи Bitump не сможет изменить фундаментальных показателей биткоина. Об этом заявил основатель Litecoin Чарли Ли в интервью CNBC. По его словам, падение цены криптовалюты следует воспринимать как типичную реакцию рынка на взлом. Люди пугаются взлома биржи. Такое происходит всегда. Однако это ничего принципиально не поменяет для биткоина, лайткоина и других криптовалют. Как на цену золота во всем мире не может повлиять ограбление одного банка, так и то, что биржа плохо защищает монеты и ее взламывают, не может изменить фундаментальных показателей находящихся там монет. Чарли Ли отметил, что криптовалютные биржи изучают способы более эффективной защиты средств клиентов и что это не первый процесс, где многое предстоит улучшить, а пользователи должны привыкнуть, что цифровые монеты нужно защищать лучше, чем традиционные деньги.